Чтоб жили мы ровно, нахуй. Ну, короче, мне кажется, мы ровно уже начинаем жить, О, короче. кольцо, Кольцо Unroll, это нахуй. агила РПБ, Unroll. Забираю мишку. Ребята, там ага, нахуй есть один Unroll с двумя сакетами, блядь, не идет. Я думаю, это сам, где локи там, блядь? Пошли, блядь, сумнем, что ли? А, вот он, нихуя. Хуярим, тыкаем. А, парни, я в гостях сижу, поэтому могу немножко слакать. Тут взятый шкаф мне подсказывает. Да, спасибо. Нельзя слакать. Тут надо 10 минут не слакать. Не, на боссе все заебись будет. Уходи из гостей. Хозяев выгонит. Если мне придется уйти из гостей, то меня с вами не будет. Выгони тогда. Скажи хозяевам там или гостям тихо, блядь, у меня РТ. А то Сан Саныча, блядь, позовем, нахуй. Ты, дед, сходи, умойся, нахуй, в себя приди. Я уже, блядь, умылся, нахуй. Ты к психологу ходил? Ходил. Ну, сказал, блядь, ты ебанутый начисто, говорит, блядь, отбитый пиздец, говорит. Наглухо. После вчерашнего, да. Я же говорю, после славы психологу нужен будет психолог, блядь. Просто всем, кто вчера не видел это, блядь. Три часа лиги, просто охуеть. И ни одного мата, ни одного бича, блядь, и прочей хуйни. Единственный комментарий, я вот вам прям это сейчас закосплею. Интересно. Вот так вот было. Все, что делал дед, нахуй. Или еще типа, уважаемый там этот. Ну, я сижу, думаю, еще и... Я требую к себе такого же отношения. Ну да, я, кстати, тоже. Значит, дед умеет. Умеет, оказывается. Бля, как, Юля, у тебя груда хуя? Ну, его охуй просто. Где Урги делся? В натуре, блядь, Ургей, нахуй. Вот. Так он был только что в онлайне. Сука, быстро найти его. Давай нягрим, да, эту пачку? Да, проходим сразу к боссу. Найти его, но пока не обоссывать, короче. Вот будешь найти Реддера... и изнасиловать. Будешь Реддера свищ... Ты слова обоссать, вот это, бичи, забывай. Ты теперь вежливый. В Дискорд заходишь, в ноги кланяешься, нахуй. И потом это, добрый вечер, дамы. Какой приветствую вас, мои дорогие. Да, будешь каждому уважаемый. И по имени очень. Всем привет. Здорово. Сегодня у нас по программе ЦЛК 25ХМ. Ёбаный, ну что это за гомический голос? Гомический. В смысле, бля? Да, бля, я чё, зря на пале играю? Дайте ему, бля, срочно. Ну чё это, бля, за неуважение опять было? Ебать. Сука. Слева вот этих бьём или не бьём? Нет. Куда меня обгоняете, блядь? Ну, короче, это самое. Как ты там? Я вот здесь стою, если что. Я вот тут стою. У вас остались все по своим меткам. Короче, это мой угол. Сука. Надо, смотри, надо... Откуда мы начнем? Дай мне метку какую-то крайнюю, я с нее сейчас, блядь. Так. Так, с формы выйду. Где ты там? Вообще наебал. Хочу вот здесь слава стоять. Я так, сейчас, погоди, блядь. Где ты, Холинринг? Короче, кто там? Урги, да, зайдет еще? ДКшник, блять, и консилятора нету. Вот консилятора надо срочно, нахуй. Он говорил, придет. Наебал. Может, опаздывает, подойдет. А, вот что такое? Спулили, блядь, ёбаные, как до сих пор. О. Это все сведился он? А че он хуй как вот вообще он? Хуй на чем прибыл? Не, это трэш. Там патруль ходит просто. Вот. Кого-то. И че, к нам заглянул, типа, наебнул кого-то и. А там кто-то коллега какой-то выдал. Коллег, пошлите, убьем этот патруль. Так боя нету, нахуя нам патруль? Патруль убить. Не поле там шуршается. Там деревяшки, наверное, оставил шаман, раз он пришел за ним. Этот, и вот эти все... Симпатия, Лёхи. Заебал. Вот эти все вот вы на камни встаете, это типа точки эти считаются или как, блядь? На 10 метров от этой хуйни отсчитать. Короче... Урги. Вот два пала могут вместе стоять, правильно же я думаю, да? Или они не стоят вместе? А Урги с Лёхой стоят. Сейчас все зайдут, рассосутся по своим меткам, и там кто останется, поставим. Рейндж 8 или 10? Поставьте. 10. Рейндж 10. Макрос все сделайте, рейндж 10, или как-то или каждый раз прописывайте. И после пула надо его прописывать. Радар, кстати, не сбил. Притом, поставь шкаф вот здесь, в воротах. Блядь, свято стоит неудачно, ебани.
А вот так встать, если в этот куб. Вот ты запомни только, что ты вот прям вот в этом треугольнике стоишь. Вот в этом так, сейчас погоди, погоди нахуй. Этот. Ты можешь прям в угол забиваться вот сюда. Не, я хочу бить. А ты достаешь отсюда? Да. Ты, вот ты хантом тут стоишь, давай вот я от тебя... А он его подвинут ближе к стене, ты не станешь доставать. Подожди, ты вот тут, вот тут в стенку упрись. Вот, я понял. Вот так. Ну не, я... А, хуй с ним, давай от этого... Нет, бить не надо. Откуда ты достаешь? Все, окей. Да достаю-то я вот отсюда. Так он пойдет туда. Не-не-не, мне надо не это, мне надо... Все, короче, я вот здесь. Мне надо, не надо, чтобы на момент резонанса ты точку вот эту 100% вот отсюда... Все, я займу ее. Все, вот тут встань, где я, звездочка, вот тут упрись. Все, теперь я от тебя 10 посчитаю. И начнем меточки ставить, чтобы... Потому что, блядь, с запасом хотя бы 1 метр, нахуй. Так. Вот один шаг, это хуйня, надо хотя бы вот так побольше, чтобы у людей была безопасность. Так, ну и поехали, давай, что? Вот тут? Слава, дай скопроты, я людям пораздаю. У дикона там есть, нет? Есть, 8 штук. Штук, сейчас. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне. На тебе еще. Еще 15. Где ты, блядь? А все, да, под скопротами? Так, мне самое главное, чтобы у меня эти... Теперь встань... Отойдите к шкафу все, к выходу с комнаты. Уйдите, блядь, не мешайте сейчас метки расставить. Теперь встань в этот... Блядь. Залманыч, сука. Какая сука, уважаемый. Да заебали, ну метки надо расставить. Притон, отойди назад. А бортиков вчера, пожалуйста. Я понял. АФК отошли просто. Да мне надо. Забудь. Да мне надо, чтобы. Вот, ты стой там. Полидринка за сопрот. Не, потому что они учитываются в этой в РНЖ. Так, я сделаю, чтобы люди друг друга не поубивали. Вот сейчас мы эту линию сделаем. Мне тряпу кинул, ты заново. Ты нахрена кикнул. Чтобы не мешали рейндж, нахуй, блин. Теперь вставай в крестик. О, продукт, суди отсюда. А можем мы вот сюда варлоков поставить, вот где я? Сейчас подожди, подожди. Тут два с халявных. Да, блядь, и подожди, я не вижу пока. Они канцелятор тут зашел. Сейчас канцелятор возьмем вместо кого-то, кто меньше дает. Так. На меня поставьте. Так, о, теперь... Холидринка, Вилаша, нам надо больше места, вот здесь будете. Да, поставить. Это, встань лучше в квадрат. Так, ОП Хант, так. Продус, уйди от меня, блядь. Я в квадрате. Так. Мне надо, чтобы запас был. Так, ну, допустим, вот так луна, вот, да? Вот. Теперь вопрос такой. А, отсюда точно есть 10 метров? Вот этот портал, да, не касается луны, если он наверху стоит? То есть сам вот по себе челик на камне стоит? Залезь. Нет, не касается. Не касается, все, нет, хорошо. Не касается. Вот эти метки, это для хилов. Теперь... Че, вот их 4? Кто ты говорил, Урги? Где Ургий? Найди меня, я спрятался, блядь. Урги. Но он с Лингреном стоит. Там не будет ничего касаться? Или как ты туда попал вообще, блядь? Мужики, я тут. Охуенно. Да, тут клифф босса будет, мне кажется. Да, там убьет тебя, наверное. Плюсуй, давай. Ты где стоишь? Я с Лингреном стою. Вот эти метки, эти самые важные метки, их, короче, нельзя, ну, с ними рейндж нарушить. Тут, давай, допустим. Тыкните на сумму. Мордаунт, мордаунт. Квадрат, пожалуйста. Чего? Квадрат, пожалуйста. Сопрот у холидринка. Сопроты кидайте, обмен. Этот самый, значит, мордаунт, давай, твоя позиция будет квадрат, бидон. Твоя позиция будет крест, я думаю. Ну, хапалы самые дальнобойные по краям поставить. Хуй знает. Нормально будет, нет? Давай. Луна. Авелания и Джандис череп. Или может быть их вперед поставить вот тут. Ну-ка. Как треугольник? Вообще поближе лучше. Да, лучше вперед. Так, чтобы меньше бежать. Так, сейчас давай попробуем тут. Глеб, тебе сопрот не нужен, да? Так, а я уже взял у дикона. Вот сейчас я вас тут поставлю тогда. Так. Вот тут метка есть. Надо, чтобы с ней рейш не объебали. Так, амилики тут не стоят, да, под жопой? Так, теперь встань в треугольник и в крестик кто-то еще встаньте. В квадрат встань.
Или в крестик. Visible support. И треугольник еще. Так. Что это получается? Вот, ну, вроде примерно, чтобы запомнить. Ну, да, вот тут. Ну, рейндж резонанса 8 вообще, а не 10. Это обычный мода. Ну вот, допустим, давай так, давай 2 хпала тогда. Авелания, давай треугольник. Вот, а... Не, я имею в виду, потом будешь, ну, на резонансе. Это понятно. Аджандис, ромбик. Ну вот, это у нас что, это сколько хилов у нас, нахуй? Это у нас 4 хила стоят, и кто и стелси они поставили. А вот стелси куда поставить? Вот тут вот от крестика, да? Давай посчитаем. В крестик, в череп и в ромбик встаньте, я поставлю ее тут. Поближе, чтобы... Что, у всех сапроты есть, блядь? В ромбик. Я же как обычно стою, да? Ромбик тут встаньте. Заломаныч, сапрот есть? Так, Святос, гомосек, ты не стоишь. Ему не как? Поможет. Гомосек, уйди отсюда. Уйди, блядь. Уйди, потом перепудота в другое место станешь. Так, теперь мне надо с вами тремя раньше. Ляночка, саппорт есть? Кто это? Там Джендис. Это. Продукс, а в треугольнике. А продукс, саппорт есть? Есть, есть. Так, ну вот. У кого саппорта нету, подходите к Ледринку. Боди есть? Вот, вот так вот. Значит, тут стелси будет у нас стоять. Вот это самое важное, чтобы хилы не подохли никак. Вот, теперь все остальные от этих меток отскакиваем, блядь. Значит, допустим, чё? Сейчас. Ой. Поставил здесь на выходе рыбу. Так, отойдите к этой, вот к рыбе отойдите. И встаньте два человека, один в крест, один в квадрат. Чтобы я раньше тут набрал. Лёха, где рыбу пожри? Так, продукс и дикон. Цепляю Костя этого консилятора. Вот это я себе метку поставлю. Все, вот это... уже от рыбы, но... Мне интересно, две совы не сдохнут под дубовкой? Ну, вообще не должны. Могут сдохнуть. Ну, если их не фул хпшные, нас снесет. Боди, портонит. Мы тогда с Мэтт Фоксом стояли вдвоем, получается. Ну, получается, Апродекс и Мэтт Фокс. И Мэтт Фокс выживал, я нет. Вот я тебе говорю, если у меня хп не полный, меня убьет. Типа. А если полный, то не убьет. Ну да, минус 20%, плюс у меня 30%. Апродекс, поставь портал у Долларен. Ну, чтобы было полное, там вариант только... Там, видишь, рассчитывать надо на плесте. У него, видишь, 25 есть, не знаю, поможет это, нет. Вроде можно 2 щитка кинуть во время коста. Короче, будем пробовать сейчас. Вот теперь расскажите, кто. Какие метки мы задействовали? Вот все, кроме Луны и Черепа. Вот надо поставить, кто чтобы ебашил ровно прям. Вот, сейчас допустим... перебью, Слава, подожди. У нас 2 демонолога. Решите с этим вопрос. Либо одного, ну, меняйте обратно, боди берите. Нам нахуй 2 демона. Ну, ДПС лок даст. Он больше. Он мало дамажит? Он даст больше, да? Он даст Куча больше лока. Нам надо ДПС. Кто? Думаю, больше лока. Больше. Милик больше здесь дает. Ну, смотря где стоит, конечно, лок. Но у меня Кириба Ляночка. Ему какая разница, где локу стоять? Короче, он даже не бегает, он же на портале. Пока... Не, ну подбегать так боссу ему все равно придется. Пока Робы... Сейчас мы без него пока будем играть, я еще раз говорю. Если кто-то 10 тысяч даст, то возьмем его тогда. Этот. Блять, сейчас дайте додуплюсь. Консилятор, сапрот у Холидринка. Сука, сапрот надо пить, да? Блять, еблан, блять, фласку выпил. Старый. Так, я что хочу. Вы себе место от меточек все нашли? Вот кто не нашел. Сапрот есть. Вот 6 человек. Я вот еще думаю, потом, если будет вдруг. Вроде, блять, должно места хватать. МВП-хан, ты где стоишь? Там где-то между черепом и кружком в стене. Вольц. А, вон, я вижу, вижу, все, вспомнил. Вольц, слышишь? Я на Заломанычу своем этот самый звездочку цепляю. А ты... если влево двинешься? Так, ты... Ну, в череп, знаете, кто-то проверит? Ты в черепе, никого нет, ты в черепе, давай стой. Пойдет тебе такое место? Все, ты в черепе. Теперь, ну что, у меня вон хилы расставлены, в луне свободное место. Какому РДДшнику надо? Могу. У продукса поставь. Вот, вот пиздуй в луну. Вот твое место. Теперь луна. Вот. Там же метки никакие не вешай ДБМ.
Слава, я, короче, сижу, смотрю сейчас трансмоги и понимаю, что лучше трансмога, чем темная скорбь нету. Мне надо срочно, блядь. Ясно. Нихуя. Это, дальше. Локи расставлены. Мэтфокс, Вадикот, вы где стоите? У вас есть места? Я здесь у стены. Локи не все расставлены, брата. Как локи не все расставлены? Ну там в речате пишут. У меня места нету, Ляночка. Так. Вот тут, иди сюда к треугольнику. Вот тут, так. Ты как туда залез, вот это, блядь? Чьи это локи? Три лока, идите сюда быстрее, блядь. Вставайте, где вы стоите. Так, сюда никто с миликов не разбегается, вот в эту глыбу. Так, значит, вот это ты взятый стоишь. Между вами есть десятка, да? Так, так, значит, взятый. Так, чтобы у себя десятка была. Вот Ляночка. Вот твоя позиция будет вот, вот смотри, вот тут, да. Немножко, точно десятка там есть со взятым? Потому что, ну, должна быть вроде. Ну вот, в общем так. Запомнили, да, свои места? Все. У кого еще места нет? Бэтфокс, где стоишь? Бэтфокс. Где? Тут я не вижу нихуя. Сзади прям. На выходе. А, будешь бегать, да? Ну хорошо. Он типа... может в луну встать, слышишь, Слава? В луне я продукс. А я вот сюда встану, я отсюда достаю и по боссу буду бить. Хорошо, давай так, давай я продукс умеешь бегать. Мэтфокс в луну, Мэтфокс в луну, а ты продукс без метки сам знаешь, где стоять. Да. Значит, дальше, кто еще неприкаянные есть? Керус, Гомосек, Лингрен, Всяк, Святос, Консилятор, Урги, Вилаша, Инвизибл, Хульдринг, у всех места есть. Чтоб, блядь, вы понимали стопудово, что там заебись все, что вы пришли туда. Метку по мне. Какую по тебе метку? Уже все заняты метки. Ну, у Фокса не хватает ренджи. У меня десятка стоит. С кем он линкуется? С кем? Ну, у него радар красный. Ну, я не знаю, он что радар красный. Там расставлены метки нормально. Спереди он линкуется, слева, сзади. Если сзади, то со мной. С кем? Все нормально? Бидон, где, где пиксели? Норм, норм, да, просто это самое. Главное, с запасом берите. От, вот когда в метку прибегаете, да, допустим, с запасом берите метр, осматривайтесь, где, с какой стороны люди стоят. Ладно, ну, нормально. Сука, я рыбу не поем, нахуй. Это, значит, по поводу босса. Все локи, все три лока на резонансе, на резон, именно на косте резонанса, прожимаем заслон от темной магии. Обязательно. По щиткам рекомендации Мордаун. Соответственно, те, кто не хилился, МВПХ, Апродекс и сам смотрю, цели просевшие. Милики стопудово не должны сдохнуть. У ДКшников панцирь по КД. Призван, у тебя какой-то сейф есть, там тотем с каким-то абсорбом. Какая-то хуйня же есть, да, по-моему? Еще я думаю вообще, ну ладно. Я так думаю, если какой-то... У него ярость шамана есть. Ну, это же вроде у него этот... Бурс, типа, не? Он ману, ну, же теряет, да, если не будет пить. У него этот, одна минута КД. Не, ну смотри, это, ну, вообще... Как и у резонанса, ты хотел сказать. Это топовая, ну, хуйня. Да, каждый резонанс на 15 секунд. А, не кончается мана? Минус 30% урона, блядь. Это, ну... Он ману себе восполняет. Это топовая хуйня. И юзает. Глеб, возьми раз на себя пятая пати щитовать этих своим. Да, и насчет щитов. Это же всегда так делал. Джендис в этом. В этом. Нет, как... это просто хилов всех щитов. Не, подожди, подожди, с хила. Ну хотя да, давай хилов, похуй. А Джендис в 2Т5. У него нету этого щитка, да? От шока. Нет. Думаю, я только валанером могу стакать. Угу. Ну вот это самый Неаполитан, слабая цель, что вот его надо как-то... Смотри, Неаполитан, у тебя же на панельке есть удобно, чтобы лежала малая волна, чтобы ты, когда вот разбежался, в резонанс встал в свое место. Где ты стоишь, кстати? А, он в черепе. Ты в черепе стоишь? Или я перепутал? Да, 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 да. Да, он в черепе стоит. Вон. Метка череп на нем, он в черепе стоит. А, Азламан еще вот, ага. Вы видите себе эти кнопки, блядь, от хила, и чтобы вы себя прохилили. Вот когда резонанс кастуется, вы должны смотреть на свое хп, чтобы там, если не дай бог, меньше 100%, блядь, вы сразу себя в волну кастуете. Даже если, сука, 100 есть, лучше кастаните. Вот, потому что там дамаг, дотка будет дотикивать. Вот, и когда все будут живы, мы просто этого босса разъебем легко. Ну и все, давайте тогда проверку и там начнем. Поставь там лут на себя. Крестобафа нету вообще.
Гоша, нахуй, работаем. Я не шли призма, че один взял? Да. А, я понял, осуждаю. Мажемся. Думал, чили взял. Да уже нам, уже намазались. Уже намазали, все выпили, блядь. После вам, Джандис, первое желание второе. Так, все готовы. Берсать 10 минут, не забываем. Так, все готовы, что, давать отчет? Давай. Да. Все, даю отчет, приготовились. Первый, кто вот не забываем. Да. Так, 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 даю. Беги, малышка, беги! Белл? Да, Геру, давайте. Сбегайтесь, кто там стоит. Под босса уже под ногами все стоят. После этого резонанса сразу все стоят под ногами. Гоша, блядь, ты где нахуй? На месте. Борда лучше. Не сейл, у меня блинки. Сбежали. Сбежаться, сбежаться. Че вы вышли-то? Ёбаный в рот. Пиздец. Давайте сразу падаем. Поверните в вас. Стелси, неаполитан, Ляночка. В чем у вас проблема? Нам сказали сбежаться, а не разбежаться. Ничего. А вы тут просто не были. Тихо, тихо, спокойно. Спокойно нахуй. Вот так пойдет. Не, надо пиздеть или не надо? Скажите сразу. Эти три человека просто забыли тактику на босса. Один из них вообще тут не был. Все, сейчас будет нормально. Они поняли свою ошибку. Так, блядь. Мне надо еще релогнуться, нахуй. Че, есть кто реснит или бежать? Я понял, нахуй. Бежим, ебать. Так хорошо начали. Все нормально, блядь. Я прям расставил. Я думаю, там идеально все должно быть. О, а чё, трэш резнулся, что ли? Заебись. Просто пробегаем. Мы зачистили до босса. А где чё, класс кинвиз? Только справа один бот. Я к тому, что можно еще трэш побить. Где ты, барабаны? Делать мне, что ли, трэш бить? Знаете, на босса. Пьяный, что ли? А ты мёртвый? Только смотрите, справа ходит патруль. Если понять. Урги пьяный, по-моему. Это, блядь. На 30-й секунде из пула дается резонанс. На минуте из пула дается сгорающее время. Сгорающее время — это каст, который, если вы на 10 метров от босса отошли, вас шотает. Вы должны стоять в пятках босса. Под ебало босса заходят только танки. Что, сука, непонятного? И включайте себе таймер. Кто теряется во времени, чтобы секунды вы смотрели. И значит, когда минута, этот, сгорающее время, он прокастовал под боссом и стоит. Кто уверен в своих силах, что вы добежите в метку вовремя, за 2 секунды, или портал у вас есть, бейте, максимально бейте босса. Кто не уверен, ну, я, по крайней мере, на ДСшнике сразу в метку стою, вот, чтобы считывать потом спокойно. Вот. Кто хилы ближайшие, сразу свои метки можете занять. От этого не потеряет ваше ХП, вы не сдохнете. Держитесь. Что там взятый? Сетап у нас хороший, предлагаю за слаки ебать ХП. А мазик взятый, чё? Релогу. А взятый? Релогается. Он же написал, что релогается. А. Ну, нормальную каску дайте. А чё Слава не на холипале, кстати? Ну, здесь на холипала. Так, желание бы за ретрика бы подамажил. Пускай бьет. Ну, кстати-ка. Сука, не по... это, не пойду. Давай, блядь, на следующей неделе, нахуй. Заебал. Нахуя Волонир этот собирали, блядь, ёб твою мать. Истину глаголишь. Сука, я сейчас, блядь. Я сейчас, блядь. Я все, нахуй. Вот и все, нахуй. Ты лут поставь там, а то, блядь, с босса выпустишь, смотри, его спиздит тут. Лёха, этим вопросом не один ты задаешься. А я уже все решил. Так, хочу себе этого Волонира. Чё ты там решил? И на бара. Ну чё, потом скажу. Говори сейчас, нахуй. Что тебе сейчас говорить? Босса бить давай, блядь. Ну давай, блядь. Говори.
Это как, блядь, вопрос извечный. Сейчас тебе въебать или потом, нахуй? Давай сейчас. Хочешь сейчас, еби. Там пристабав лапку обновите. Я дал уже все. Не у всех есть. Да не у всех. Я сейчас барабаны нажму. Оп, жми. Ваша баф от темной магии. Да я дали, дал. Пока что. Только что есть дали. Еще. А, все есть. Где-то там у нас. Так, я тебя пытаюсь найти. Да одну минуту. Ой, бля. А, вот Витя, что там? Витя the Hun. Витя, остановите. Витя. Сука, Витя, успокойся здорово. Там нахуй. На семке вкусный просто. Конопляные? Реально, блядь. Видимо, это рахат лукум был не в конце, это не кокосовые сушки, а какой-то конопляный. Ритон, дай камень. Чё-то мне не хватает. Печенье, а он мне то ли не в DC, то ли что. Ты тут ему пыхан? Что говорили тебе? Да, здесь. Призон. Призон остался. Всё, все готовы. Припоты пейте все, пожалуйста. 5, 4, 3, 2, 1. Не забудьте, у каждого шамана тотем в пати стоять должен. Резонанс 8 секунд. Беги, малышка, беги! Первый резонанс чуть-чуть дольше, если что. Сейчас будет еще. О, разбежались. Гера. Под босса сбежались. Все под босса. Резонанс 6 секунд, разбежались. Блять, что это лёг, после пятой пати, когда я тут пиздец полный. В третьей пати тотем поставьте. Уже резонанс прошел уже, да? Да, сейчас будет всё, под боссом. Сбежались под боссом. После как он хлопнул за нас, вы сразу можете идти под босса. Ну, это не обязательно. Ну, блять, обязательно. Прохиливать легче. Прохиливать легче. Резонанс 8. Разбежались. Играющее время, все под боссом. Вы можете потихоньку расходиться на свои места РДД и хила. Резонанс 10 секунд. Беги, малышка, беги! Разбегайтесь. Ну-ка, пойдите.
Диспельте яд, блять. Вот яд на взятом, на битфоксе, на притоне, блять, будем диспелить? Там тема. Пенок, потом стоит, не пиздеть. Неаполитан, у тебя ощущение, что ты стоит. Сгорающее время под боссика, быстро. Вот. Идем наверху. Перу сына в бидона дай. Ты уже в бидон отдал, короче. Давай. Ну все, и не осталось тут мухок, кстати. Резонанс 10. Разбежали. Сова, сова, сова. Под морду случайно не забегать будет. Блять, ебаный в рот, мутфокса ресую. Ты сам себя хотя бы с диспель, ну видишь, не диспелят с тебя нахуй. Далеко тотем у него стоит. Друид может диспелить я. Лапку дал. Разбав, время хотим... сгорает, все под босса. Зависло. Натыкайте кнопку, сейчас развесит. Сука, долго висит. Вот ебал нахуй. Развисло вроде. Где? Так, все, он типа. А, все. Развисло, работаем. Да, это тем на ману. Блять. По меткам. По меткам разбегайтесь. 15 секунд резонанс. Блять. Давайте, давайте, лагает, блять, у всех, конечно. По дамагу. Резонанс здесь. А, ебать наебалово. Сбилось, все, нахуй. Да не сбилось, это просто залагал сервер. Ну давайте заново. Хильди. А, все, заново, да, 4 ДБМ сбился, блять, с резонансом. Не-не, там, ну, просто провисли мы, блять, сервак завис. Но я тебе говорю, из-за этого ДПМ у меня сбился. Сколько процентов? 41. Там вставай, вот секунд на 5 может сбился. Не, подготовься там. Подготовься, что проходит. Все хорошо, все выживают на каждом резонансе. Мэтфокс, только вот у тебя, блять. Мэтфокс, блять, я, ну, хули... Ёбаный, нехуй сказать, нахуй, просто. Консилятору куски открыли, да? Да. Все, ну, видите, сразу ДПС у пацана вырос. Ну, кайф. Лик смерти 48,4%. А, это он добрый. Ты мне скажи, блядь, я надеюсь, это не связано с ливом с гильдией, блядь, урги, нахуй. Нет, ты чё? Хорошо. Я просто... Можешь любую хуйню мне говорить. А, все, блядь, иди в жопу туда. А чё, как же уважаемый? Не приходите хоть все в Ульдуар, блядь. Я говорю, он будет. Ну, это на потоке инс нахуй стоит. Можешь. Не, можешь. Просто... Вот, блядь, стой, я тебе еще. Короче, все нахуй. Я тебе коротко скажу, нахуй. Ульдуар не ходит, можно ЦЛК и обычку и Геру тоже не ходить, нахуй. Давайте Шем, потом это обсудим. Шем, ВХС удалить, блядь. Потом обсудим. Ребят, уважаемые господа, поставьте джиз, пожалуйста. Просто уважаемый. А если у господ нету джипса? Ну тогда сумманьте меня нахуй. Тогда иди качать профу надо. Я тебе поставлю, сейчас, стой. Стой, не иди никуда, есть джипс. Спасибо, спасибо. 82 голды на починку, ебать. Где там ваш джипс, ебаный? Парни, никто сейчас в аукцион не может смотаться? Ткните, пожалуйста. Может кто-то сейчас есть, нет? Нахуя тебе? Аукцион. Да нас 3 лока, я хочу в дестрика спекнуться. Давай не будем, блять, играй как играешь. Играй, окей. У нас там их с запасом хватает процентов на 5, на 7. Видишь, ДПС хватает, то что ты там... У нас мозга не хватает, я понял. Каску по Invisible, сервер инту пристабав, лапку, все обновили. Слушай, Слав, может я этого холика света придумаю? Нет, нахуй. Нет. Сиди, блядь, куда ты... Ёбаный... Взятый, Лианочка, сядьте пожрите. Неаполитан, воткни тотем очищения ближе к правой стороне. Я 2-5 соберу, спекнешься. Взятый. Рыба на выходе. Нахуя это делаю. А может, блядь, мы местами поменяете просто стелси с Глебом, нет? Чтобы где, шаман где? Был с правой стороны. Стелси. Взятый, ебаный в рот. А зачем можно... стелси с правой стороны? Так, 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 ребята. Тотемы можно срать не только под себя. Держу в курсе. Это вот... нужно, у нас мягкая пати справа вся.
и у нас они умирают просто от ядов там. Тотемы можно срать не только под себя. Тотемы можно поставить в центре комнаты и посреди боя, если что, их там высрать. Ты еще не раз. Понимаешь немножко. Дело не в том, где ты тотемы высришь. Дело в том, так. Что тотем диспелит только группу. Так у нас, я тебе объясняю, в третьей фазе не достает правую сторону, а там два лока и сова. С одной стороны, а челы с другой стороны. И тотем очищения не достает. Так. Я слева ставлю, вроде всех диспелится. В какой пати? В третьей не достает? У вас неаполитан там. А вы стоите где все? Я стою за ним. Ну мне похуй, я далеко, я сам себя диспелю, всегда я сразу, то есть, чтобы не ждать тотем. А локи все стоят вон у той стены. Тотем не достает. И Мэтт Фокс в луне стоит, который умер тоже от яда. Вот, если... Он написал, что в середке воткнет. Так, если... Тихо, не готов нахуй. Если я поменяю местами Мэтт Фокса с Заломанычем, то будет всех диспелить тотем Заломаныч? Это не та пати. А при чем тут Заломаныч? Мы про неаполитана говорим. Заломаныч четвертая пати, у нас третья. Мы про неаполитана говорим. Это надо Мэтт Фокса с неаполитаном поменять местами. Нахуя, блядь, они в одной пати. Они в одной пати. Мэтт Фокс, надо Заломаныча переставить поближе к черепку. Нахуя? Блядь, да тихо, Заломаныч. Да не Заломаныча, ебаный в рот. Этого... Кого он, блядь? Неаполитан, где стоит? К квадрату. Надо из Луны убрать Мэтт Фокса вот сюда, где Заломаныч стоит. Вот. И он какую пати? Как-то усложняешь. Ты вон просто два тотема должен поставить. Один раз перед боем на 5 минут поставить, а второй раз... Ну я про это и сказал. Ну так и все. Только под себя. Не обязательно 4 тотема ставить. Просто на панельку туда тотем диспелище выставив, и его в одиночный ставить, блядь. В середине тотем хуйни, и все, и будет заебан. Ну да. 30 метров рейнджа у тотема, или сколько, или 40? 30, по-моему. Ладно, похуй. Поебать, да диспелишь нахуй. Мэтт Фокс сам себя диспелит. Он один не диспелился, там еще пару людей не ставало. Главное, чтобы сервер не залагал. Да, блин. Джандис. Херня. Джандис. Шобы, да, все готовы. Все готовы? Даю отчет. Ну, до них все равно, скорее всего, достанет. Стой, блядь, я вылетел. Стоп, не пуляйте. Ты заебал. По-любому пиздит, нахуй. Засовывает там какую-то, блядь, плюшку в рот. Вылетел, не, у меня ебал. Хуй в жопу, блядь. Осуждаю его. Ну, блядь, гомосек он всегда так пишет. Ты зашел или нет? Да, блядь, загружаешь такое. Ты загрузился? Гоша, ты не должен такое осуждать, тем более ты нахуй. Да, погнали, путь. Проверка сначала. Так, кто тут есть? Я на пул проебал. Я надеюсь, Гоша Паладин. Да поебать на пол, там не стопили. Все, это все готовы были, да и отчет. Кто вылетит, тот пидор. Я пидор. Я вылетел, Слава. Долбоёб, блядь. Ну что вы делаете, блядь? Керу, срезай его. По таймеру пульнул, блядь. Никто не пуляет по таймеру, только танк пуляет. Если танк опоздал, все стоят, нихуя не делают. Чтоб такой залупы никогда не было, блядь. Ну нахуя ты? Ну, таймер, блядь. Случайно, расслабься. Резонанс 5 секунд. Я тот самый. Ну, пока тот самый. Тихо, не пизди, блядь, что за пиздёж? Бел. Под босса? Уже, под босса, уже все должны стоять под боссом. Не знаю, что вы, блядь. 10 секунд сгорающего время. Резонанс 10 секунд. Беги, малышка, беги! Раз, бежали все дружно. Кто кулачки бафал, будь другом. Хуйни по мне кулачком поворот. И лапку хуйните, чтоб резисты были. Ладно, барабаны нужны.
Я дал лапку. Дал лапку, блядь. Я дал барабан. Ебать, барабан ты, аддон ставить. На тебе лап просто больше, блядь, чем вообще аддонов, видимо. Походу, блядь. Богатся. О, перевью. Говно ебаное. Разбегайтесь потихоньку. Блять, один кадр в секунду, нахуй. Резонанс 10 секунд. Беги, малышка, беги! Внимание, разбежались. Мэтфок взятого диспель на каждом яде, до него не достает. Я там тоже поддиспеливаю. Ну ты ПС-ку заливаешь, блядь. Хочешь, я залью? Дай я мне ПС-ку. Раздалю тебя, сука. Скращее время под босса. Под босса. Джанди сюда. А Сокру вот сейчас кто сдал вот эту? Я. Я сдавал Сокру. Не-не, я про то, что... А, вот именно сейчас? Я разбираюсь, что отдал барабаны. Это я отдал. Так, резонанс 10 секунд. Ты ему этот мордаун тихо очень сказал, нихуя не понятно, кто, блядь, да? Разбежались. Я поближе подошли, блядь. Так. Сбежались. Стелси, ставь тотем, мордаунт на ману. Ну и быстрее, блядь, тотем жести. Фресочку. Под босс. Ой, бля, резонанс 10 секунд. На рейнже стоим, вы чё? Резонанс 10 секунд, разбежались. Быстрее в рейндж. Я чё-то похуй, похуй. Давай осторожно, блядь. Когда плывёшь, не заплывай, залег далеко. Я реабилитировался. Не проебите людей лоу хп. Под босса сбегаемся, блин. Да, приходится еще диспалить. Темы смотрите, обновляйте. Больше к центру их ставьте просто. К меткам, к центральному кроббику там. Тютелька в тютельку идем. Ну там экзекут, конечно. Потихоньку на рейндж расходимся. Резонанс 10 раз бежались. Разбегайтесь уже на рейндж. Беги, малышка, беги! Похилимся на фул хп. Каст идет. Гоша, ПС-ка есть? Все есть сейчас. Заливаем. Вадикон, дай винер бетона. Мэтт Фокс, Иннер в Джандиса. Войд в Джандиса. Тоже в Джандиса, а с Мордаунтом? Да, да. Не-не-не, надо Мордаунт, а отъебись от Мордаунта. Ешь, не трогайте. Смотри, мне, блядь. Не ешь, не. Вот у тебя собака есть или чё, блядь? Да, у меня у собак уже через минуту будет. Я если не прошу, меня заливать надо, я самодостаточный. Потихоньку на рейш расходимся. Резонанс 12. РДД уже разбежались. Идите, идите, расстановочка. Разбежались 6 секунд.
Бидон, ебы не тотем. Сгорающее время, все под боссом. Че, у нас 3 друида в рейде? 4, Керус еще есть. Керус, давай бидон тоже. Керус бидону срочно, да. Тихонько расходимся. Секунд 15 до резонанса. Расходимся и смотрим хп свои. Гильдия разошлась. Резонанс 10. Беги, малышка, беги! 4 секунды. Давайте, ребята. Припоты сейчас пьем свои вторые. Если только они не были уже у тебя. Ну, сейчас самое время. Пока все живые, 20% это самое. Играющее время, все под босс. 2 минуты еще. Расходимся. Резонанс 12. РДД разбежались. Беги, малышка, беги! 7 секунд. Дай подвоз скорее. Больше поездку? 10 секунд. Бетном подкату ставь АТМ. Под босса двигаемся. Можно и будет не убегать, правильно? Все, секунда. Под боссом стоим. Можно больше стараемся. Да, сейчас дамага. Так, бидон Уинер закинул. Это фугас, давай тоже бедал. Рейндж набираем. Резонанс 13. После резонанс уже босс умрет. Разбежались. Беги, малышка, беги! Колечко, давай колечко, давай колечко. Щиток. Молодцы. Похильте еще немножко. И хуй, блять! О, тапки прикольные, кстати. Как раз тот там сапрот. Сапроты, да. Этот холи дрин. Хотел такие, нет? 35. Пусть еще поезд хотел. Бери сразу все. Ну и сию. Ну поезд не так сладко выглядит. Ну это получше будет, это гаша. Признается. Прикольный, кстати. Пиздараться, а мог бы и щит, блять, дропнуть нахуй. Вот это древко, вот это надо кому-то? На трансмод. На трансмод. Не на силу. Тут же ж без этого. Без ЭП. Что-то, ёба. Слава. Да. Мы же договорились. ГП даете? Вот это давай мне. Портал поставим. Куда идём? Бля, вот это глаз нахуй. Хочу. Ссылка? Трансмутить буду. Не этот самый, как он называется? Так, чё, у нас, я, по-моему, ставил по 300. Мы уже ФК делали, но я двойное давал. Чё, 600 даем, да, по-любому? Мы всё равно стараемся. Ну, пока да. Пока да. Так. Мы почти подбираем. Это, короче, Наксрамос был, нахуй. Это, короче, Ханту тупо, блядь, наш. Да. МВП Ханту пояс. Пока ссылка хэма не выпала, этот надо носить. Да. Блять, он слышится, когда перекладываешь это древковое, как будто почка какая-то, вот это как с профа, нахуй. Как будто мясо перекладываешь какое-то, нахуй. Я обсуждаю, конечно, исцеление, ну ладно. Кто в обычку идет, ссылка, остаемся в рейде. Я на вар заскочу. Я пойду. Я перезайду сейчас на пала. Войд. Я на меняющего перейду, на хпальчика. Да, заходите, кто на кого хочет. Ну там посмотрим. Главное, чтобы пифилов.